Столетний юбилей отмечает сегодня газета «Якутия». Издание ведет поэтапную работу по развитию. В этом году разработали новый современный формат газеты. Кроме того, «Якутия» стала распространяться в этом году бесплатно. Редакцию издания посетила Юлия Великодная. Первый выпуск газеты вышел в 1917 году. Тираж составлял 500 экземпляров. За 100 лет тираж увеличился ровно в 100 раз. Сегодня профессионалы своего дела, журналисты с большим опытом, информируют все население республики о главных событиях. Если углубиться в историю, в 1917 году социал-демократическая партия, якутское представительство, начало выпускать газету именно с тем, чтобы информировать население. До этого были только епархиальные новости, в общем-то, по большому счету. Другое дело, что меняется, конечно, форма подачи, то есть и люди уже по-другому читают, и мир немножко другой, поэтому, если говорить о форматах, все изменилось. Продолжение газеты – это интернет-газета «Якутия», которая отличается от печатного издания. На интернет-ресурсе свою точку зрения высказывают журналисты, приглашенные блогеры, а также жители республики. Я вот так очень условно разделяю, что бумажная газета – это прежде всего журналистика фактов, а наш сайт – это прежде всего журналистика мнений. То есть, ну, как ни крути, полоса навсегда ограничена, она же не резиновая, да, в печатном издании. И там очень важно журналисту представить всю фактуру, представить мнение экспертов. Конечно, он свою точку зрения обозначает, но на сайте это можно сделать глубже и акцентирование, что наши журналисты делают, собственно, на газете «Якутия.ру». Между блогерами и журналистами всегда было много противоречий, но на площадке издания «Якутия» они ведут совместную работу. Газета «Якутия» подстроилась под требования времени. Очень быстро, оперативно, и получился, на мой взгляд, очень хороший результат, который людям очень нравится. Я вот это чувствую по поводу, что я выхожу на страницах этой газеты, для меня действительно просто, я иногда не верю, что это реальность. Очень рад. Немного найдется изданий, перешагнувших столетний рубеж. Газета «Якутия» — это по-настоящему народное издание. Реальное достояние всех жителей Якутии. Юлия Великодная, Владимир Таюрский, НВК «Саха», Якутск.